самое худшее состояние. А, ну, где мы находимся? Мы находимся на главных воротах Уханьского университета. Раньше это были главные ворота города в древности. После этих ворот начинался город, столица. Внутри находилась империя, имперская столица, и там жили уже все правители. А теперь это просто центр района. Это не быстро. Ануш, где мы? Мы находимся на главном стадионе нашего университета. Здесь каждый вечер я бегаю, иногда и по утрам. Вообще университет всегда открыт 24/7. В любое время можно прийти его и посетить, вне зависимости, есть у вас уроки или нет. Вообще физкультура считается обязательным предметом на бакалавриате, если вы учитесь на китайском языке. Где? Мы на смотровой площадке Уханьского университета. Помимо того, что это любимое место студентов, сюда еще часто приезжают туристы. Ну, понятно почему. Панорамный вид красивый. А что отсюда видно? Отсюда видно факультет марксизма. Потом посмотрим, что будем использовать. А мы же где мы идем? Мы спускаемся к смотровой площадке. Факультета философии. Наши будут там жить? Скажи, пожалуйста, где мы находимся? Мы идем на территории факультета экономики и менеджмента. Ага. Это, кстати, мой факультет. Так, что здесь происходит? Здесь преподают уроки. Это еще по общаге. А сколько человек, как обычно? В той общаге, в которой я живу, нас около 170. Где-то так. Учителя, физика. Очень много. Расскажи про кампус, он большой? Это что, вопрос только что был? Насколько он большой? Ездите ли здесь на автобусах? Как вы передвигаетесь? Кампус вообще очень большой, потому что мы передвигаемся внутри на шаттл-басах. Ну, это в народе маршрут. Это все студенты? Да. Это вы на парковке общежития, да? Да. Получается, в общежитии есть своя парковка? Ну, для мотобайков. А просто так вот зайти нельзя, да, получается? Да. Ну, то есть у тебя должна быть карточка? До 10 вечера. После 10 надо только с карточкой. Только с карточкой. А здесь...
гамбургеры? Да, шаурма. Гамбургеры. Что хочешь? Обезналичилась. По-моему, внутри курица, помидоры и салат. Это полезно? По крайней мере. Знаешь, если взять, мне кажется, интервью нашими курицами, да? Они скажут, что все знают. Как бы ты потом вышла, без тебя пришли? Ну, как сегодня? Ты бы это здание не нашла. Бронировали. А ты? Does it start on chat for you? Indonesia. Indonesia. What are you studying in English in the Chinese university? The reason is because I study Chinese for my bachelor degree. And I've been in China for 1 year, and I don't want to forget about my Chinese. What are you doing? We are kind of scanning, copying the book because mine didn't come on Taobao in time. You know that there is a program that it can scan. Yeah, but we don't have it right now. There's a program that can do it? Yep. Yeah, very easy. From a phone? Mm-hmm. It's a kind of the application. Mm-hmm. What country are you from? United States. United States. Why have you chosen Wuhan University? Well, I lived in Wuhan. I was teaching English. And I chose to study in English because my Chinese is not good enough to take business classes. Have you ever thought about taking a Chinese language, then passage? Very much. By the way, are you planning to go back or? You're planning to make a PhD here? I think I'm planning. Чеками, он передал этому банку, и он говорит.